Всех приветствую, давно у нас не было серии по этой игре. Так, тут мир заключили тут с Израилем, поэтому можно лишние расходы туда не направлять. Ядерные электростанции у нас построились, но у нас урана не хватает, поэтому идет разработка новых месторождений. К границам этого государства подтягиваются войска. Тут вообще богатые урановые руды. Да и шахты уже готовы. Вот тут база снабжения только построится, прокладываются новые дороги. Так. Завершено строительство 3 января. Ага, промышленные зоны готовы. Ну то очень мощные ядерные реакторы. Если их запустить на всю катушку, то нам энергии хватит. Но у нас урана нету для этого дела. Думал, хватит шахт. Оказалось, что хрен бы там, да? Но у нас промышленные эти предприятия почти завершились по производству промышленных товаров. Так, 6 дней давайте подождем. И тут у нас готовы новые военные заводы, которые у нас войска строят. Заводы готовы. Тут у нас еще где-то несколько угольных шахт строится, поскольку угля не хватает немножко. Так, ну хоть товаров промышленного потребления теперь стало хватать. Осталось только с энергией разобраться. Ну, уголька чуть-чуть. Теперь на стройку хватает. Ждем с базу снабжения. Пока посмотрим, какие технологии прикупить. Больше мы купили там какие-то батареи двойные, минус 5 потребления электроэнергии. Так, транспорт. Может, что-нибудь прикупить, помочь, так сказать, денежно стране. Да и нам полезно будет технологии раздобыть, чтоб не просто так деньги пересылать. Ядерное оружие 10 миллионов. Не слабо. Ракеты воздушного пуска. Так, добавим вот это. Ну что ж, я могу вам предложить оружие. Оно вам по-любому нужно. Оп, деньгами решили взять. Ну ладно. Нам Организация Объединенных Наций поставляет оружие для донесения мира в Африку. Так. Развернуть. Ох, надо было, наверное, морские-то оставить в резерве. Мне нужны только сухопутные сейчас, ну и авиация. Давайте, идите туда. Думаю, пройдете уж как-нибудь. Тут все же снабжение есть. Какое-никакое. Я надеюсь. Либо застрянете, пока дорога не построится. Так. Вам тоже оружие? А что-то у нас потребление стало выше, чем это. Наверное, из-за того, что они сейчас вышли, из резервов пополняются. Так, ну что ж, перед боевыми действиями ждем, пока достроится вот это, да? 81 день. Иначе смысла наступать тут просто нет. Мы застрянем где-нибудь в пустыне опять.
Но я думаю, может, ну его нафиг, эту базу снабжения, пока она достроится. Это просто реально долго. Надеюсь, на нас никто не нападет больше. Это реально очень долго ждать в реальном времени. Так. Масло-масляное, да? Реально или в реальном? Так. Что у них с деньгами? Капец. А деньги у них нормально, кстати, есть. Он отзывает. Фиг с ним, с уоном. Как быстро-то мы заняли промышленные комплексы с урановыми шахтами, а? Все, можно мир заключать. Так. Вообще нет. Нам бы все это забрать. У них население там прилично. Рабочие руки. Так. Давайте оставим здесь. Чтобы удерживать границы. Так. Все же неохота в окружении остаться. Вот аэродром, скорее всего, защищается хорошо. Вот хорошо, что там у них авиации нету. Могло бы нам помешать, конечно. Куда все наши вертолеты делись? А, вот они. Так. Нормально, сюда давайте. Так. Теперь ждем, пока у нас снабжение наладится. Потому что пока тут нифига снабжения нету. Так, а еще и враги бродят, которые могут нам помешать. Потом мы их изгоним. А, они сами без снабжения остались. Так. Опа. Что-то за непорядок такой. Мы тут завоевывали, завоевывали, оно откатилось обратно. Так. Тут, конечно, снабжение хорошее, но тут промежуток был бы, опять фиг бы что дошло. Так. Ну что, ждем, пока до них снабжение докатится. О, тут из городка уже снабжают. А тем временем выберем, пока кого в этот самый в ремонт можно отправить. Так. Угу. А, много соединений. По-любому же кому-то ремонт нужен. Так, артиллерия, артиллерия. Как ни странно, никому. Так, ладно. О, снабжение уже более-менее подходит, подтягивается. Так. Сразу на столицу идти. А чё ждать? Так. Поэтому давайте сюда потихоньку. Передвигайтесь. Чем быстрее мы тут закончим, тем меньше придется телепаться в этой пустыне. Так. О, уже столкновения какие-то. Вертолеты. Не хотят отдавать аэродром так просто, да? Придется растягивать коммуникации, оставлять кого-то в резерве, чтобы прикрывали. Так. Да, вертолетов не хватает ресурсов, чтобы просто до базы. Так. Добраться до базы. Это хорошо, что у них либо армии не так много, либо она вся в столице сидит. Да и как база у них развита, видно, что они не особо такие прокачанные в военном плане.
Уж как правило, возле столицы какие-нибудь военные базы, такие странты. Возводят на всякий случай. Это что такое? Исследовательский центр. О, как. Да объедините эти все силы, как шахните сюда. Чего тупите-то? Плохо нельзя под контроль ваши войска взять. Я бы вам сейчас тут такого бы разрулил. Пеньки, блин. Вот с этим компьютер, конечно, подтупливает. По-страшному. Так. Ты куда пошел? Это как называется? Ты куда? Так. Может, больше ни с кем не воюем. Так. Так, когда там Муран-то отсюда пойдет? Через 11 дней. На снабжение. О, до сюда уже добралось. Ну, более-менее, в принципе. Далеко не уходите. Так. Тут надо искать на наличие подбитых соединений. Так, оп. На ремонт. Интересно, здесь опыт накапливается. Ну-ка. Танк. Что мы о нем знаем? А ни хрена толком мы о нем не знаем. А, о, боевой опыт накапливается. Так. Ремонт авиации тоже кому нужен. Так. Ждем снабжения. А вот если этот городок захватить еще. Понятно, у аэродрома тоже снабжение будет скоро нормальным, но. Так. Давайте-ка авиации вдарим, а. Так, здесь дорогу займите. Отлично. Они на базу снабжения тянутся, все-таки, наверное, зря мы не дождались всего этого дела. Ладно, стойте, без вас тут закончим. Угу. Тут же можно к столице как подходить, как ресурсы будут. Опа. Про торговлю-то забыли совсем. Так. Так, да где ж ты есть? Так, торговля. Пресной воды начинает не хватать, да? Сначала с войной закончим. Так. Энергии пока не можем производить. Но товаров промышленного потребления, смотрите сколько. И их тоже охотно покупают. С военными припасами тоже все пока вроде более-менее, что можно продать. Так. Угу, войска подтягиваются. Ждем, ждем, пока снабжение. Отношения ООН. Ага. Какие длительные военные действия только начали. Тем более они сами не хотят. Мы тут ни при чем. Не хотят они мир заключать. Так. На столицу, на ихнюю. Сейчас денежки должны начать поступать. Так. Регион. О, вроде снабжение более-менее стало, да? Вот один хрен всякие нехорошие личности лезут. Мешают нам. Так, давайте-ка сюда. Отсюда уже можно будет как столице подходить. Перекрыть все это дело. Сейчас ресурсами тут.
Ладно, стой. Мы уж поймали, кого хотели. Нефиг растягиваться. Угу. Так. А вот тут уже можно искать поточнее, кому ремонт понадобится. Вот тебе. По-любому. Отходи. Так. Вот городок занят. Отсюда можно уже на столицу на их не идти. Как чуть как полегче будет со всем этим делом. Что все равно, что пока до сюда снабжение дотянется. Так. Ага, сделки заключаются, ресурсы. Денежки идут в нашу страну. Так. Так, так. И что-то мы им продали. М? А, сельхозпродукты. Товары промышленного потребления. У нас их много. Можно продавать. Ох ты, у них в столице-то. И армия какая хорошая есть. Давайте. Всю авиацию, которая у нас дохренища и больше. Кстати, развернуть. Почему у нас ракеты никто не использует, а? Что за фигня такая? Давайте, захватывайте эту военную базу, тем более, что там у них трындец полный. Такой же, как у нас. Да. С копьями друг на друга бегут. Все-таки используете ракеты, да? Израиль. Игрок устранен. И кто его дохавал? Ага. Ребабон. Так. Короче, совместно они там дохавали. Втроем разделили, наверное. Как Речь Посполитую. Изер. Раз так. Разделили они. Израиль Посполитый. Так. Ну вот устранили. Так. О! И этого устранили. Теперь всеобщий ремонт. Отлично. Теперь у нас есть допуск к их его ресурсам, к урановым шахтам, которые скоро в строй войдут. Подождать осталось только. Смотрите, они против нас хотят экономические санкции применить. Так. Это что, у нас рудные шахты заработали, да? Руда, руда. Нам бы уголька сейчас. Так. Что у нас с этими самыми? Пум-пум-пум-пум. База снабжения. Отлично. То есть не за 20 мы эту страну захватили, скорее всего. Ты кто? Пехота? Утилизация. Так. А морское все в резерв. Ибо нефиг. Так. А что у нас с этими самыми, с урановыми шахтами, с нашими? 2 дня на ремонт. Сколько деньгов выделяться? Они все в разделе строительства должны быть. Угу. Что-то собственные исследования там забросили. Не совсем. Все технологии покупаем. Или обмениваем. Так. Ну что, ремонт вроде как закончился. Так. Парам-пам-пам-пам. А, это не то, это все рудные шахты. А здесь? Еще один день? Да. Сейчас должны как раз достроиться. Так, а с безработицей у нас 3,3, да?
Древесина надо, больше пресной воды и сельхоз предприятие строить. Так. В общем, развивать народное хозяйство. Так, что у нас? Экспорт неблагоприятный. Это тоже. А вот это благоприятно. Дерево. Но дерево много не добудешь. Это во-первых. Во-вторых, себе нужно для начала обеспечить. Сейчас мы. Ох ты, тут фермы какие богатые могут быть, а? Ну, думаю, должно хватить. Водозаборы. Так. Так. Что теряешься, где наша территория, где не наша? Давайте вот туда. Водозаборов понадобится много. Обеспечивать эту страну. Что у нас там с ценами-то? Да. Цену можно было, конечно, бы и снизить. Только мы не можем себе этого сейчас позволить. Просто не хватит припасов. Так. Для всех. А, лесопилков промышленных, что ли? Да, лесокомбинат. Вот богатые места. Так. Так. Лес. Так, нефть, уголь. О, угля нормально сейчас добываться. Руда, урана не хватает. Так. Даже с учетом того, что вот эти в строй вошли, да? 7 дней эти на ремонт идут. Ну ладно, пущай пока ремонтируются. Так, тут все это непонятно и до сих пор происходит. Так, мы продолжаем отсюда выводить капитал. Так. Ага, эти снова богатеть стали. Ух, нифига себе цены. А вы все в минусе. Ладно, все, надоело уже им советовать. Смотреть даже на них не могу. Как тупят. Так. Три дня. Так. Заложить где-нибудь верфь для строительства кораблей. Так, аэродром, аэрокосмическая верфь. О, верфь обычная. А мы спутники, наверное, уже можем строить, да? Так, спутники, нет, не можем, да, надо технологию купить. Ну ладно, давайте вас из кризиса попробуем вытянуть. Где тут спутниковая технология? Это-то уж по-любому у вас есть. Странно. А, вот, мы можем все-таки строить, можем. Спутники связи. Спутники-шпионы. Системы ПРО не можем. Казармы достроились. Аэродром в строй вести. Ремонт ведется так. 2 дня. Вам такого продать. Может, у вас технологии какие-то развитые имеются, которые нам могут пригодиться. Так, армия. Ох ты, у них какие-то танки технологически прокачанные.
композитной броней. Так, ну ладно, давайте лучше займемся товарно-денежным вопросом. Так, а что у нас со строительством? Так. То есть Т-80 у М2 лучше, чем Т-90С. Понятно. Тут все нормально. Стратегические бомберы нам нужны. Может, мы ракеты неправильные производим, а? Товарищ, что там у нас с ракетами, а? Может, нам вот эти ракеты нужны? Ага, вот на них написано, кто может использовать. Да вроде нормально. И, ну ладно, давайте попробуем вот эти произвести. А мы тебе за это дадим оружие. Давайте побольше дадим оружие. Вам не надо, да, оружие? Ну ладно, вот так-то пущай будет. Так. Наконец-то строительство завершили, а? Что у нас? Урана до сих пор не хватает. Или можешь обновить просто надо данные. Так, ну-ка. Давайте посмотрим, сейчас обновятся. А, ладно. Тут очень долго все идет. Давайте на этом закончим. Продолжим в следующий раз. Всем пока.